Молодые специалисты «Алроса» не устают развивать свои личностные навыки. Они приняли участие в новом проекте «Делфест. Практика успеха». Деловой фестиваль из 4 этапов. Это серия обучающих семинаров для членов объединения молодых специалистов и председателей молодежных советов. Идти они будут почти весь год. В минувшую пятницу стартовала первая часть фестиваля. В тренинге учат личностной мотивации, психологическому диагностированию, взаимодействию с коллегами. Во время фестиваля для участников проведут мастер-классы, встречи с другими специалистами «Алроса» и авторские тренинги. Главная цель всего проекта – помочь развить лидерские и управленческие навыки. Я считаю, что он направлен на командообразование, на то, чтобы каждый проявил свои личностные качества как лидера, но при этом учитывал то, что рядом с тобой бок о бок работают такие же молодые специалисты, чтобы мы работали командой.